Дезинфекцию подъезда в 45-м доме по улице Маяковского начинают в 7 утра и за день повторяют трижды. Обезопасить от вируса необходимо каждого жителя многоэтажки, говорят специалисты. Хлоросодержащим раствором обрабатывают все контактные поверхности. Дверные ручки, поручни, перила, почтовые ящики и кнопки вызова лифта. Замечательно проходит дезинфекция. Даже консьерж полы промывает, дверь, ручки, лифты, все убирает, все делает. Это отрадно, приятно. И все жильцы отмечают это, между прочим. Спиртосодержащие растворы, также хлоросодержащие растворы, не опасны для здоровья и жизни людей, а также животных. Следить за исполнением требований регионального Роспотребнадзора должны представители управляющих компаний ТСЖ и ЖСК. Только в Ленинском районе Самары 145 подобных организаций. Ежедневно специалисты обрабатывают более 2000 подъездов и 737 лифтов. Я нахожусь на постоянной связи. У нас есть телефон оперативного дежурного в администрации. Если какие-то нарушения фиксируются жителями, то есть мой телефон есть телефон администрации. За исполнением рекомендаций регионального Роспотребнадзора следят и в администрации внутригородских районов. За 10 прошедших месяцев были проведены 3766 проверок и выявлено 21 нарушение. В администрации Самары напоминают, санобработка жилых домов города должна проводиться ежедневно, вплоть до снятия ограничительных мер. Ольга Павлова, Константин Головин. События.